79. Да, я думаю, будет. Чек. Спасибо. Вот сюда можно положить. Вот это. Ну, чек набрал. Другой. Что? Там что там тебе с колбасой? А колбаску. Развакуум. Развакуум. Уже. Жить черное стало. Ну, теперь я думаю, так, чеки себя аккуратненько складываю. Угу. Сейчас взорвут, но сдулись. Угу. Интересно, сегодня возьму трубку. Я так думаю, наверное, 112 надо звонить. Ты опять не беру, да? А? 11 часов есть уже? Не понял. 11 есть уже время? Он так бесполезный. Можно, чтобы здесь взять. Здравствуйте. Девушка, нам был участковый нужен. Магазин «Магнит», улица Чум... Да не берут они трубку. Не берут. Что? Куда идти? Мы в магазине купили, нам продали просроченные продукты. И куда мне сейчас идти? Ну, полиция при том, что если вы не знаете законов, в частности приказ 879 о взаимодействии Министерства МВД, Роспотребнадзора и Министерства здравоохранения, наверное, надо его изучить. Нам нужен участковый. Ну почему раньше 112 передавали информацию в полицию? В чем проблема сейчас? Ну это здоровье угрожает. Если я съем, может, я сейчас отравлюсь. Где наша доблестная полиция? Все ясно. Нет, не принимаем. Мы не принимаем, не работаем с участковым. Почему с участковым? Пускай полиция вызывает, а там уже передадут кому надо. Ну это капец какой-то. Едьте, говорит, в территориальный Роспотребнадзор. Почему к вам полиция должна выезжать? Здравствуйте, Ширяева. Очень приятно. Вас масло беспокоит. Нам нужен участковый магазин. Это же «Магнит», по-моему. «Магнит» же, да? Магазин «Магнит», улица Чумбарова-Лучинского, дом 3А. Продали продукты просроченные. Да. Продали, да, два наименования разными чеками. Масло, Денис Анатольевич. Адам. Или такой? Все, спасибо большое. До свидания.
На мое удивление, ответила Ширяева, но такая была вежливая, только что не облизала всего. И вот, конечно, я передам, не спросила, где я живу, то есть достаточно по имени и отчеству. Я передам полицию, если вдруг будет долго, вы звоните по такому-то номеру, узнавайте. Хамство куда-то делается. Ух ты. Смотри, сюда. Будем до 20.10, сегодня 26. Так, как бы нам это сделать? Не знаю, или высыпать. Ты не хочешь купить? А можно, кстати, и купить. Грамм так, не знаю. Не знаю, сколько там. 200, 300. Ну, давай. Много не надо брать. Так. Давай купим. Это же на коробке написано, что за конфеты конкретно? Да нет, конечно. Это вообще неизвестно от чего, по сути. Вот так же, как... Так. Вот я хотел тебе показать. Вот, что это? Ну, а есть от чего, да, чего? Непонятно. Нет наименования. Вот то же самое. А это вообще даже тут срока нет. Что это? Смысл покупать? Ну, сейчас... Но по окончанию mars.com вот можно догадаться только. Мурс. И сникерс. Может, это сникерсы? Ну, знаешь, вот по этому, по иностранному? Тангактанкараныз. Слушай, да нет смысла покупать, у нас две покупки сейчас есть. Ну, понятно, ладно, я просто к тому, что там мало ли. А может, что девушка, что ли? Да, как понять, девушка, что к этому? Девушки, можете нам подсказать? Мы вот языка не знаем, вот что это написано? Тангахтанкараныз. Так что, зачем снимаете? Кого? Фиксируем. А что вам надо? Вот конфеты шоколадные. Здесь ну, а как я об этом узнаю? Что там на этикетке-то написано? А что на этикетке? От этих конфет нет? Этикетка от этих это конфет. Этикетка от этих конфет? Зачем вам этикетка? Это этикетка от этих конфет? Ну, наверное. Так дайте мне посмотреть-то. А что, вы ее видите в руках-то? Не видите? Я не вижу. Нет? Ну, посмотрите от этих. Это от а каких? Мы что, у нас тут зрение, что ли, проверяем? Каких? Это от каких конфет? Это просто картонка, она лежит, это для нас картонка. То есть для вас? Это срок годности, конечно. Каких конфет? Вы где ее взяли? Ну так вот я взял, от каких конфет это? Вы же должны знать. А то что написано, от каких конфет? Ну, вы же вот там взяли. Правильно. Вас какие конфеты интересуют? Я вам скажу цену и что вас интересует? Зачем вам эти картонки? Ну вот это, допустим. Ну и что? Вот срок годности, скажите мне, какой он? Я не знаю тут срок годности. Я их не выставляю. А он должен быть, да? Ну, наверное, должен. Ну, должен. Так я говорю, вот этот от каких конфет? Откуда я знаю? Вы где ее взяли? Так в том-то и дело, что нельзя сказать, от каких. Неважно, где я взял. Если бы я вам покажу даже, где я взял, вы скажете, это от нее, это от них. Да? Вот мы пытаемся узнать, от каких конфет вот эта упаковка. Ну, даже вы не можете сказать, от каких. Ну, скажу, допустим, что я здесь взял. Это от них? Вот черный. А, это не от них, да? А? Не от них, да? Вот это? Или это от них? Какие взяли-то? Вы покажите хотя бы. У нас просто режут, грубо говоря. Ну, так здесь, наверное, должно быть написано. Должна быть надпись, что за конфеты. Ну, значит, рядышком бумажка лежала. Я же не могу вытащить. Вот, на ней должно быть. Здесь взяли? Слушайте, я не собираюсь с вами спорить. Если вам стало скучно... Да, мне не скучно. Мы сейчас это снимем просто все. С реализацией, все. Так вот, тут все написано. Что тут написано? Вот, тут срок годности написано. Конфеты, МКВС. Тут срок годности написано. А почему вы думаете, что отсюда? Чего? Мы когда выкладываем конфеты, мы ложим от коробки название. Кладем. И, ну, нет кладем. Слова ложить. Извините. И этот... А. Срок годности и название конфет мы... Тут срок годности. Так срок годности есть. Должен мы быть привязан к этим конфетам. Мы когда коробки выступаем, ну. Мы рвем коробки. Ребята, вот смотрите. Здесь срок годности. Ну. Ух ты, нету. Да? Так, это что? Вот здесь вот есть, вот он срок годности. Наименование конфет.
Правильно, и срок годности. У меня тут ауто работали, народу не хватает, магните, вы сами поймите. Ну так не выставляйте тогда на реализацию. Так не хватает никого, у меня 2 человека осталось. И ауто ходят. Ну и замечательно. И овощи, и... Просрочку почему торгуете? Почему? У меня девчонка снимает, ауто ходит. Ну а почему вы продаете просрочку? Как я могу ее продавать? Ну я купил, мне сегодня продали 2... Ну не открывайте магазин, пока не снимите просрочку. С вечера вы ее снимаете. Вот я купил, я знаю, что это просрочка, вот узнал. Да? Где вы просрочку сняли? Я купил это. 2 чеками. Вам деньги отдать? Сейчас отдам деньги. У меня сейчас полиция приедет, мы обходим магазин, и вы мне сделаете возврат. Конфеты мы сейчас снимем. Давайте я вам деньги отдам. Ну, так я вам только что сказал, как это будет происходить. При участковой будет написано заявление на реализацию просроченной продукции. И вы мне все равно сделаете возврат. А товар будет описан, оставлен на ответственное хранение. Давайте я вам сделаю возврат. И что? Так вы не так ответите. А вас кто накажет за продажу просроченных продуктов? Вот почему вот конфеты лежат просроченные? Срок годности до 20.10. Сегодня 26 число. Неужели вы не знаете об этом, что у вас на реализации просрок? Причем очень красиво, замечательно вот так стояло. Я же не просто так спросил. Вот. Где информации? Соответственно, тоже нет. Они тоже просроченные, да, конфетки? Да? Правильно? Какие тут еще посмотреть? Вот, почему здесь есть нямик какой-то? Есть название. А здесь как убедиться, что это от этих конфет? Что это за синяя полоска? Что это? Не знаете, да? Нет, я знаю, просто как бы, ну, если вам все слышно, вам денег дать, вам денег дать. Вам денег дать. Срок годности до 25.10, Владимир Владимирович. Угу. Ну, вот у вас здесь лежал, а не знаю, Твикс. Ну, годность. Даже объединено черным, что нельзя. Ай-яй-яй. И у вас опять же то же самое. А конфетки-то не дешевые. 900 рублей за килограмм-то. Эти 900 рублей, эти 900 рублей. А что бы нет-то? Пусть берут. Ничего страшного. Сожрут, да? Так? Ну, а что здесь искать? Если уже нашли. Наверное, еще что-то есть. Вот конфетки. У них есть срок годности? Или вот срок годности не ограничен, как любят магниты? Угу. А конфеты тоже не ограничены срок годности. Они, правда, тут тележки не очень хорошие, нам, наверное, на пол будет высыпаться. Вот они говорят, бумажки там лежат. Вот эти бумажки, они не являются, говорим, просто описание, ну, как, срок годности 5 месяцев. С какого момента? Вот этих бумажек, укладчик даже есть такой, а срока годности нет. Странно. Слушай, это, видимо, замдиректора выходило, да? Она сейчас здесь или ушла? Не представилось что-то, к сожалению. Работник ушел? Да, это замдиректора, видимо, была. Она говорит, у меня не хватает людей. Ладно. Хорош. Так может быть они пускай поснимают. Ты просто скажи, какие они пускай снимают. Так они, Владимир Владимирович. Ну, можно, в принципе, попросить. Ну, мы нужное количество сняли, все, как бы для показа. Остальное пускай сами так, снимают. Ну, сейчас я попробую. Знать. Они еще все удрали уже. Это никого не вижу. Что-то нет никого. А вот там? Тут есть женщина. Тут есть. Угу. Тут, да. Где? А, девушка, может кто-нибудь снимет тут конфеты просроченные? Сейчас снимем. Ну, при нас же. Ага, вот сейчас стоял замдиректора рядом со мной. Сейчас снимем. Я вам просто хочу показать, какие снять. Вы это все уберете. А в другой раз мы проверим, назад вы поставили, не поставили.
посмотрим, может, у них уже нет просроченных. Это свежие. Тоже свежие. На степ, похоже, нет информации. Вот они. Они говорят, коробки обрезают. Ну, обрезали, все нормально. Вот дата изготовления. Чего это такое? Понятно, что здесь он лежат куски, прям целые куски коробок. А это? Ну, это, конечно, несерьезно в этом магните. Вон здесь сколько коробок лежит. Просто так и сделал. 07. Срок большой. Маска. Здесь есть. Здесь опять, наверное, нету, да? А, что-то есть на дне. А. Я думал, это маркировка. Ну, как пятерочки просрочены. Зачем маркировка ставить? Короче, где есть, где нету. Я вижу товар, который заканчивается сегодня последний день, смотри. Нет. Да. Пастила. А, да. Сегодня же 26-е? Ну да, видимо. Она и будет, наверное, да, стоять. Ну, тут, в принципе, можно завтра посмотреть, может, что-то еще тут есть. Можно и завтра заехать. Какой кофе стоит по акции? Дата изготовления 16.04.2021 года. Срок годности 18 месяцев. То есть год был 16.04, плюс 6 месяцев, 16.10. А где написано срок годности? Ну, 18 месяцев, а, дата изготовления. Угу. 16.10. Ну, радика. Вот еще одна пачка. Угу. Может, еще есть? Нет, это уже 0.9 еще есть. А, вот еще одна радика. Здесь тоже, наверное, людей не хватает. А акцию поставили 25-10. Вчера. Да. Вот можешь сфотографировать. Угу. Андрей. Мне просто интересно было, когда не цени. 25-10. Ну, то есть посмотрели, что просрочено, да, и ставили акцию. Это умышленная реализация просроченных продуктов. Надо их спросить, их что, наказывают за то, что они просрочку не списывают? Так вроде раньше директор был молодой человек, тут не было просрочки их. Я их все время гонял, поэтому здесь было всегда все хорошо. Ну, пока. Вот бы у директора или у замдиректора спросить. Если она не скажет, да, что они не успевают, они же ценник поставили сверху 25-го. Значит, по-любому знали о просроке. Были в магните, у нее есть какая-то штука там приходит, то есть когда подходят сроки. И вот посмотреть, оп. Так, как бы нам позвать? У кого позвать, у кого спросить? А, вот девушка стоит. Девушка? Вот хотелось спросить, а почему вот вы поставили 25 числа ценник на скидку? А он просрочился 16-го. Это как? А ценника 25 числа. 25-10. Спасибо, что помогает. Ну и так не должно быть. А у вас директор-то кто сейчас? Директор кто? Или вы директор? Я директор. А, директор. Хоть как вас зовут-то? Представьтесь. Вы знаете. Что? Что вы сказали? Не-не-не, что ты сказал, не понял.
Ну ладно. Кажется, директор. О как. То сначала спасибо, то хамят. Чтоб конфеты не сыпались, хотели оставить вам. Девушка, корону снимите с головы. Директор, корону сними с головы, директор. Не замечает, да? Бесполезно. Тут уже помощь зала. Ну ладно, пришел. Мы предложили оставить, чтобы не сыпались. Но ну, не захотели, значит, будут сыпаться. Ставили ценник уже изначально, знаешь, что? Ну, понятно. Про срок на реализацию. Ну, и что ты хочешь? Надо, я хочу написать заявление. Вот на две вот эти покупки. Ну, это была конфета в корзину у нас. Так нет у них ничего. У них корзины такие выдают. Ну, все равно какая-то. Я предложил убрать. Некому убирать. Нам некому убирать. Что, обоюдно, не? Нет. Никак? Нет. Заявление. Даже два, ну, наверное. Кто-то полицию сделает. Либо, ну, кто будет принимать заявление? Что вы считаете? Ну, а вызвали уже? Понятно. Ну, только это, не оскорбляйте никого. А мы уже за кого-то когда-то оскорбляли? Ну, не знаю, вроде бы сказали, нет? Да, ну, вот зайдите, посмотрите все наши видео, никого никогда не оскорбляли. Ой, нехорошая, конечно, затея, просто надо было показать, да, и все. Ну, если бы это было один раз. Вот пока раньше был директор, молодой человек. Да? Где, здесь? Да. Ну, ничего. Ну, тут была Фаина сначала директором. Ну, не суть, ладно. Вот. Я ходил, здесь, да, был профсрок, потом был директор. И я приходил, всегда знал, что здесь ничего не найду. Я понял. И не находил никогда. А тут я очень много жалоб, еще. Очень много жалоб на... Да, ну, понятно. Очень много, именно на магнит. Это тоже смотрю блогеры, которые, ну, просрочку занимаются. По магазинам есть. Нормально. Ну, конечно. Не, ну в таком количестве это не серьезно. Там у них очень много. Я конфеты вообще не стал спать. А вас кто-то оскорблял? Девушка. Просто вы мне за спиной говорите, я как бы слышу разговор. Хотя бы постеснялись. Директор, а вас кто-нибудь оскорблял, не? Ставили тут ценника 25 числа. Я понял. Ну, и первыми стоят. Ну, за ней свежая. Раз зашли. Денис, зашли. Стоят за спиной, прямо у меня за спиной шушукаются. Ага. Про нас, что мы там кого-то оскорбляем и тому подобное. Прикинь. У вас же камера есть. Я говорю, так я про вас и говорю. Вот такая же замдиректора, как человек и... Есть, это замдиректор, да? Да, конечно, два. И два человека были, два заявления, два штрафа. Ну, кассир продавал. Но я сначала подошел, одну купил бутылочку, потом подошел опять со второй. Бутылочку. Ну, куда ты тут? Ну, конечно, видно. Не вооружен. Да они вздуты, сейчас взорвутся. Ну, что я могу сказать? Один и тот же кассир. С директором хотел пообщаться. Корону одела. Алло. Да, здравствуйте. Угу. А, Чумбарова Лучинска, 3А, бывший бар СССР. Ага. Ну так примерно, навскидочку. О, так вот, да ладно, хорошо, конечно. Все ждем тогда вас, спасибо большое. Угу. Ну, 15. Участковый звонил. Угу. Еще разговор я подслушал, как бы нехорошо подслушивать, но я подслушал. Конечно, идите. Только руками не надо трогать. А, извините, ужас. Типа мы сюда по наводке чей-то пришли. Они уже между собой общаются. Ты когда фамилию назвал предыдущего руководителя, у них возникла идея фикс, что по наводке. Ну, скорее всего, сейчас будут на этого бедного парня грешить. Вот. Упаковано под вакуум, понятно. Срок годности питания температуры 0+4. 0+4. Оно заморожено. Оно заморожено. То есть оно, видимо, где-то хранилось в холодильнике, оно даже не мнется. Если вот здесь постучит, оно мягонькое. Условия хранения, короче, надо. Что тут? О. То есть нарушение условий хранения. Сразу холодильник сними просто. Такое нельзя реализовывать.
Интересно, оно снизу такое же, но мороженое. Как туда добраться? Не, ну снизу оно нормально. Вернее, одно уже успело разморозить. Оно тоже, видимо, было деревянное. Смотри. Вот оно мягкое, охлаждённое. Ну, это понятно. Не, а я говорю, при нулевой температуре, если было заморожено, оно не разморозится. А здесь оно еще замерзшее. Ну-ка, ну-ка. Ну, конечно, тут выше 10. Тут, если было бы 10, мы бы околели бы уже все. Ну, может быть, и один. Вот здесь 0,5. Вот, может, вы нам объясните. Здесь какая температура? А можно? Юлия, какая здесь температура? Директор, корону снимешь сегодня или как? Ответить сложно. Покупатель спрашивает, какая температура в магазине. В чем проблема ответить? Ну, это бесполезно. Игнорирует, ну, вот как? Просто. С таким отношением, Юлия, никогда к вами никто на уступки не пойдет. Она нам деньги предлагала. Надо показать. Вот, крен изготовлен 17.02.22 года. Температура свыше 10 градусов, 15, здесь понятно. 6 месяцев, соответственно, до 17.08. Если было бы до 10, мы еще же замерзли бы все. Да. Ну это сегодня, а так, в принципе, это ж лето было у нас. Ой, а лето, да, там лето вообще тут жарище, наверное, было. Свыше 20, так можно было вообще все. А вот это свежее стоит. Ну, относительно. Ее Юля зовут, да? Да, кажется, ее Юля зовут. А что она себя так как-то странно ведет? Ну, по-хамски еще думает, что кто-то с ней там... Не, ну, с момента того, как она нам деньги предложила, то вообще какие могут быть разговоры? Давайте мы вам деньги вернем, давайте мы вам деньги дадим. Зачем нам ваши деньги? Мы свои всегда заберем назад. Зачем таким отношением сразу пытаться подходить? А эта картошка нельзя реализовать, она зеленая. Зеленые клубни, зеленые. Ну, там, не знаю, перебрать. Посмотрите, вот это все некачественное, что-то просроченное. Отчество, да, просроченное. Здесь по сроку, по условиям хранения он уже просрочился 2 месяца назад. Молочко, вот это я купил. То есть нам нужен возврат за покупку. Нам вы какие-нибудь имеете претензии вот за то, что мы вот собрали все это? К нам вы имеете претензии, что мы вот собрали вот это все? Нет, спасибо вам огромное. Еще будет такое или не повторится? Чего ничего? Оно было замороженное. Оно до сих пор еще замороженное. Замерзло, все, поняла. Вот. И там в холодильнике еще надо пересмотреть тот товар. То есть, Владимир Владимирович, что да. Вы хотели добавить? Юля, я хотел бы обратить внимание, что мы всегда в магазины приходим сначала добрые, хорошие, пушистые, предлагаем исправиться. Сегодня мы от вас взяли обещание, что вы исправитесь, но мы к вам обязательно придем. Вот. И поэтому, скорее всего, если уже не исправитесь, то закончится полиция. Вот. Все, тогда полицию отменяем. Да, делаешь возврат и полицию отменяем. Угу. Вас мы, наверное, отпустим. Все-таки. Как мне все равно просить надо тогда. Сообщение ваше зарегистрировано, мне же по нему потом принять решение надо будет. Ну, сейчас я сделаю возврат тогда, хорошо? Хорошо, я к вам давай. Подойду. Не надо, все нормально. Ты чек занялся или что? А? Чек занялся. Да, нервничает она, переживает. Сейчас уже что переживать, все нормально. Это 2 возврата, вот эти маленькие, да? Пойму, где возврат. Вот это покупка? Да, это покупка. Да? Ну, без совершенно возвратный. Вот это вот получается, это, так, сенсорский магнит. Вот это вот покупка. Это покупка тоже, ага. Вот это чек. Угу. Все, спасибо. Пойдет покупка. Так, чек покупки, чек возврата. Ходи все вместе.